Итак, здравствуйте, друзья. Мы находимся с вами в павильоне виртуального продакшена киностудии имени Горького. Только что закончился мастер-класс по съемкам автомобильных проездов. А я вам вкратце хочу рассказать о нашем сегодняшнем сетапе. Он получился еще массивнее. Мы сегодня повесили наш сетап на стрелу 7,5 метров. Это самая большая стрела, которая возможна на автокране наших партнеров Black Unicorn. Этот сетап сегодня работал не только в качестве демонстрации того, что мы можем. Он еще работал как автокран на трансляции. Мы поставили специально объектив Zoom 10-24 на переднюю камеру, которая у нас шла в эфир. При условии того, что у нас обвешано, все переобвешено, мы повесили сегодня еще и трекинг камеры Red Spy для демонстрации съемки с трекером в виртуальном продакшене. И это все, вот эта голова поднимает абсолютно легко с нашим сетапом. И наше нововведение, поскольку этот сетап называется «Киногорыныч», то наш рендифлектор «Соловей-разбойник». «Соловей-разбойник», собственно, первая система для съемки в любую погоду. И в снег, и в дождь, и в холод, и в слякоть, и в моросящий дождь. Ну и наконец-то мы добрались до наших тестовых съемок. Мы сделали наконец-то сравнительные тесты с Редом Комодо, который очень любит ставить на съемки фонов наши друзья. И вы собственными глазами можете увидеть, что могут наши камеры, как они ведут себя ночью, как они ведут себя днем. И я думаю, что вы сами сможете сделать выбор, на какую камеру вы будете снимать кинофоны.